О, блядь, это за дичь. Тут баг. Это реальный баг. Что за дичь, а? Блин, это нормально, а? Я хотел попрыгать просто. А похоже, я провалился каким-то образом, не знаю как, сквозь текстуру дома. Это что за дичь? Что за дичь, а? Такс. Значит, мы видим тут не очень хорошая текстура этого. То есть, ну, тут есть такие мини-недоработки. Тут текстура первая огромная, вот здесь вот. Видим, я просто через нее проэтываюсь. Какого хрена, а? Вот, я прыгаю на другую то же самое. Но если я туда попробую войти, то у меня никак не получится. Ребята, напишите в комментах, что это за такой мега огромный баг. Да, конечно же, я понимаю то, что это дичь какая-то. Но что настолько жестко это было, я не знаю. Какого хрена тут такие баги? Вот того же самого Реалмса, например. Давайте попробуем в него дом залезть. Он, правда, немножко не прогруженный. Но, блин, если не попасть в тайминги правильно, то мы можем просто провалиться сквозь дом этого чела. Да, я, кстати, играю на эмуляторе BlueStacks. Вот, как мы видим, у меня есть вот такой вот крутой BlueStacks. На нем я как раз и играю. Тут тот же самый Майнкрафт. Майнкрафт. Java 1.12 на ПК. Блин. И другие всякие возможности. Что у меня только не найдется.